Доброго всем дня, хорошего четверга. Ой, красота здесь. Хожу по участку 23 марта. Кое-что уже можно делать. Воду спустил, прокопал канавки. Уже и крыжовник, и смородина набухают почки. Вот у груши тоже уже оживают. Осенью подрезал. В этом году не буду белить деревья, не вижу в этом особого смысла, но в субботу, наверное, в эту, если позволит погода, надо будет опрыскать все деревья чистым садом. Вот, как есть, снимаю, никакой специальной подготовки не веду к этим сюжетам, поскольку это дело неблагодарное, сценарии всякие подготовки, как есть, снимаю. Вот сейчас солнце скрылось, надо еще пару рядов досок пропитать, вот эти остатки, это будут половые доски птичника. Вот дождь опять пошел, сад опрыскать. В субботу тут разбирал рейки на потолок, пленка вторичная, все с ней нормально, не треснуло. Это так боремся с сорняками, меньше работы будет на грядках. Где смог, прокопал. Ну, перезимовал участок нормально. Хорошо, нет повреждений на деревьях. Смородина нормальная. Не перемерзла ничего. Пару дней были только морозы. Тут мусор уберется. Виноград тоже живой. И тот живой виноград. Ветки не ломкие. Смородина набухает почки. Чесночок вылез, канавки я прокопал, сарай открыл, пусть проветривается. Ну вот, ушла маленькая вода, надо будет в копанке тоже переделать борта, лягушки дохлые. И здесь, ага, ушла вода, уже не течет из копанки, ну, подвычерпывать надо в ванную. Все, тут объем работ большой, конечно. Всем добра, всем благ, всем удачи.